Вопросы развития волонтерства обсудили в правительстве Омской области. 18 июня под руководством заместителя председателя правительства Омской области Владимира Компанейщикова прошло заседание регионального оргкомитета по проведению года добровольца в регионе. Между представителями власти и общественных организаций состоялся конструктивный диалог, в ходе которого подвели итог по прошедшим событиям и утвердили план на второе полугодие. План мероприятий, приуроченных году добровольцев, включает порядка 60 крупных мероприятий региональных. Это как крупные мероприятия по различным направлениям добровольческой деятельности, такие как экологическое добровольчество, добровольчество в патриотическом направлении, добровольчество в чрезвычайных ситуациях и иные направления, а также большой комплекс мероприятий, направленных на обучение волонтеров, на информирование населения о том, как проходит год добровольца, как принять участие в его мероприятиях. И также план предусматривает большое количество конкурсов, которые предполагают поощрение лучших волонтеров, добившихся значительных успехов в своей деятельности. В рамках обсуждения программы мероприятий Владимир Компанейщиков поставил перед оргкомитетом две задачи – создание условий для развития добровольчества и формирование у общества признания заслуг волонтеров. При этом он отметил, что ни одно событие не должно пройти просто для галочки. Год добровольца – это не про то, как его провести, а как в этот год создать целый большой объем условий, направленных на то, чтобы добровольческое движение, добровольчество в целом в регионе развивалось активно и во все последующие годы. Потому что, по большому счету, добровольцы – это люди, носители тех ценностей, да, которые очень ценны для общества. Это люди неравнодушные, люди, которые свой личный ресурс вкладывают для тех дел, которые крайне нужны и с точки зрения социальной политики, и с точки зрения развития гражданского общества. Волонтерство в Омской области существует уже 20 лет. На сегодняшний день в этой сфере задействовано более 10 тысяч добровольцев всех возрастов. Региональные организации охватывают все направления движения. Среди них – социальное, событийное, медицинское, экологическое, корпоративное, серебряное и другие.